Приветствую вас, фанаты God of War, и сегодня в этом видосе я хочу рассказать, почему вы должны попробовать поиграть God of War любую часть на максимальной или предмаксимальной сложности. Скоро выходит God of War 4 на ПК, и как раз новичкам будет полезен этот видос. И да, возможно, этот видос будет похож на какой-то топ, но не-не-не, это не топ, это просто рассказ, почему вы должны поиграть God of War на такой сложности. Ну и первое, самое главное, это изучение комбинаций и построение тактики. Ведь на нормальной и на легкой сложности вы будете просто нажимать на одну кнопку, и тем самым будете мочить всех подряд. А на тех сложностях, которые повыше, тут уже не все так просто. Вам придется теперь думать на поле боя, как или иначе поступить в той или иной ситуации. Знать и ловить тайминги в определенный момент, когда вы бьете противника, потому что это не Assassin's Creed, где будут нападать по одному. И поверьте, если в каждой части вы научитесь ловить тайминги, то вам будет гораздо легче проходить или перепроходить игру. Второе — это атмосфера. На легкой сложности это будет простой примитивный мир, где вы будете ходить и убивать всех подряд. А на максимальной сложности вы уже начнете понимать, что вы в жестокой игре, которая покоя вам точно не даст. Это уже выходит какой-то Dark Souls. И полностью атмосфера игры меняется, и вы понимаете, что вы находитесь в полном хаосе. Как будто возле вас происходит какая-то масштабная война, и в ней вы должны выйти победителем. Ну а что, это настоящее испытание. Мобы не будут теми, какими были на легкой сложности. Они будут намного больше использовать свои комбо-удары, да и урон будет намного больше. А если даже смотреть на четвертую часть и на новая игра плюс, и вы при этом без своего снаряжения, то поверьте, это начинается настоящий кошмар. Вам придется максимально попотеть с мобами, потому что они могут вырубить с первого удара. И это начинается настоящий кошмар. God of War не был всегда простой игрой, но из-за этого она и стала крутой. Вот просто я сейчас обращаюсь к тем людям, кто играет в God of War на легкой сложности. Попробуйте себя в максимальной или предмаксимальной сложности. Да, изначально ничего не будет получаться, но постепенно, каждый раз умирая, вы будете придумывать какую-то тактику. Хоть и будете страдать, но при этом вы будете учиться на своих ошибках. И вот увидите, когда вы пройдете хотя бы одного босса, у вас внутри будет все гореть, и вы будете очень рады. Вы почувствуете себя настоящим богом войны. Угадайте, что? Да! На! Да! Да! Есть! Я думал, я умру. Сюда, Зевс! Я тебя побил! С первого раза без загрузок! На-на-на-на-на-на! На-на-на-на-на! Побил нам! На первом уровне, запомните, я вывез это, я все-таки это сделал, это самый легендарный день моей жизни, все, это все, это конец, это кто, кто сможет так победить, я все, первого раза, за вас первого раза. Поэтому поздравляю ПК-геймеров с God of War 4. Игра шикарная, поэтому пользуйтесь. Но все равно я не одобряю то, что они не добавили предыдущие части. Реально, ребята, попробуйте в них поиграть. Хотя бы перед четвертой просто поиграйте хотя бы в третью часть. Или просто кратко посмотрите историю перед четвертой частью и все. Ну ладно, это уже не для этого видоса. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Голтаннер, будем на связи, всем удачи и да пребудет с вами Кратос.